час, когда печаль твое терзает сердце, в час, когда душе ничем нельзя согреться, и застыли все мечты под пологом зимы, и сердцу не хватает доброты. Ты открой святую книгу на рассвете, в ней Христос сказал: доверьтесь мне, как дети. Все грехи прощу, раны залечу, и вместе с тобою, друг, пойду земной тропою. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, что потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, уйдет мороз. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, что потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, навсегда уйдет мороз. Если лист опавший ветер заметает, если холод на дворе, то птичья стая устремляется туда, где царствует весна, где никогда не веют холода. Так и мы летим с молитвой в край желанный, чтобы слышать там ответ столь долгожданный, чтобы со Христом там побыть вдвоем и, вылечив раны, возвратиться в свои страны. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, что потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, уйдет мороз. Видишь, в небе птицы летят, торопятся туда, где не будет вьюг, не будет гроз, что потом вернуться назад, когда сойдут снега и растает вечный лед, навсегда уйдет мороз.